В тюменских школах проходят уроки по цифровой грамотности, о безопасности в сети, рассказывают эксперты Лиги безопасного интернета и волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Первый урок организовали в школе номер 69. Ученикам рассказали, как не попасться на уловки мошенников. По словам специалистов, ежедневно дети проводят в гаджетах до 8 часов. И такие уроки помогут им фильтровать информацию, а также избежать опасности в сети. Как показала практика и статистика, которую нам сейчас рассказали, многие взрослые люди в целом не осознают всю значимость своих данных, что они передают и в целом, как вести себя в интернете. Это важно в любом возрасте рассказывать. Люди рассеянные и бывают очень невнимательны и добровольно отдают мошенникам все, что они имеют, а потом очень сожалеют об этом. И, по сути, самое главное, акцент делается на внимательность, бдительность и на то, что человек должен сам заботиться о себе